Как провести выходные с пользой для здоровья и чтобы душа отдохнула? Каждое воскресенье в 16:00 в парке Романовка на нижней сцене можно поиграть в русские народные игры, поучаствовать в забавах и поводить хороводы. Какой будет результат, вы можете увидеть сами. Очень интересная тема, она уходит корнями в нашу традицию и культуру наших предков, когда наши прадеды, прабабушки также играли, также веселились. В этих играх заложена очень большая мудрость. Мало того, каждая игра развивает умственные способности человека, физические способности, энергетические, поэтому это очень весело, очень радостно. Приглашаем всех желающих. Здесь увеселительные напитки не помогут, потому что мы и так будем очень весело. Поэтому приходите с чаем, с соками, с хорошим настроением. Вот. На Романовке в 16:00, каждое воскресенье, когда нет дождя, на Нижней Поляне.